Ребята, всем привет! Ты на мне камера? Да. А, и с вами снова Поля и Софита. Сегодня привет. Мы будем проверять эксперименты, которые мы готовили. Начнем. Не очень. Он реально, он застыл. Ребята, это не монтаж. Просто, это все соусы. Острый соус, обалдеть. Ребята, видите, это я этого... Это не монтаж. Да, кстати, у нас монтировать не получается. Это не монтаж. Лёд, смотрите. Лёд просто пристыл. Это не монтаж. Это надо было в мусорку выбросить, да? Наверное. Ребят, вы же не подписались, когда мы это есть не будем, да? Правильно. Всё, так, ладно, ребята. Проверяем яйца. Ой, просто идите, я думаю, я разбитая. Отвалилось. Обалдеть, оно реально желток застыл, посмотрите. Да. Так, второе яичко у нас вообще не вылилось. Зато вот это вот лучше всего сохранилось. Смотрите, как клёво. Да просто, посмотрите, оно у меня... Я его раскокала, когда мы их снимали. Да, вот. Идем далее. Но, кстати, если вы не помните, то... Ой, я вам рассказала. Да, ой, но мне сейчас нужно как-то... не обращайте внимания, тут собачьи дыры. Полина! Ребята, просто, у меня в голове это не укладывается, вот посмотрите. Блин, сними на секундочку, сними меня. Ребята, просто. Она застыла, наша... Посмотрите, она реально застыла, вот. Так, куда бы её бросить? Вот, застыла. Смотрите, туда же складки остались. Ладно, сегодня пойдем Роллтон и яйца выбрасывать. А если ребят подпишутся, то мы... Ей можно снег бить. Да, ребят, смотрите. Это реально, это не постанова. Просто вот... Всё. Не, у меня это в голове не укладывается. Последний складок, подпишись на канал Софита и Поли и на орешки для Поли.